Доброе время суток, друзья! Вы на канале Hardress от Envy, а перед нами Poco X4 Pro 5G. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве создать или удалить какой-либо виджет. Чтобы удалить, мы зажимаем просто нужный нам виджет и перетаскиваем в правый верхний угол до кнопочки «Убрать». Чтобы создать новый, сводим два пальца вместе, нажимаем здесь на пункт «Виджеты» и выбираем любой виджет, который нам нравится. Разные приложения имеют свои виджеты. Некоторые виджеты здесь автоматические от Xiaomi, а некоторые виджеты пришли к нам с приложениями. То есть, если вы скачаете какое-то приложение, к примеру, с погодой из Play Market, то, вероятно, у вас появятся разные виджеты с погодой и так дальше. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. А если у вас остались какие-то вопросы, смело задавайте их в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания!